повторяется опять тема еды, да, то есть, но это уже не внешние какие-то вещи, а уже внутри общины. Вот почему порядок в собрании, поведение на вечере, то есть это не вечеря. Ведь это же символ вашего единения, а вы делаете все так. Богатые сидели, кушали, а братья, которые поскромнее, там, победнее, там, в сторонке, там, что-то непонятно. Ведь это же не причастие. Это же не... Что вы этим показываете? Вы этим показываете, что у вас мир церкви. Вы принесли мирские ценности. И вот это вот очень важно для современной церкви, особенно те, которые борются с миром, с проявлением мира в церкви. Ну, их чаще всего бывает борьба с миром, это на уровне штанов, там музыки, то есть носить там брюки, женщина, девушка не носить, музыка, то есть, а мир другая, система ценностей. Маленький пример. Я когда читал курс, ну вот лекции по этике апостола Павла, мы эту тему затронули. Это последняя, да, у нас уже лекция? О, надо быстрее, я как-то все мне... И была дискуссия, конечно, потому что для многих студентов было необычное прочтение этой истории, да, мы там больше деталей, и, конечно, ну потом... Берешь каток, всех закатываешь, ну, понимаете. Один брат говорит, вы знаете, да, вот я вот что-то похожее у меня был. Я так говорю, в таком, в каком проблема может быть. Или, да, говорит, у нас был раз Новый год в церкви. Церковь большая такая, ну, вот по тысячная где-то. И у нас на Новый год, интересно, что церкви больше встречаются, ночь проводят вместе на Новый год, чем на Рождество. Это другая тема, да, это уже другое. На Новый год они проводят, ну, традиция нашей культуры. Так вот, с одной стороны, был накрыт VIP-зал на 40 персон, там были пасторы все, там много пасторов, большая церковь. Приподнятые, очень богатые, богатые члены церкви, ну, имею в виду, распальцованные. И шведский стол в основном зале, то был на третьем этаже, на первом этаже, для всей церкви. А там бутербродики, там обычные, там печенька, а там свекровь, все нормально. Я говорю, вот они совершили причастие. А в воскресенье они же будут вышагивать там братья с чашами. Что они демонстрируют этим образом? Они уже показали в новогоднюю ночь, кто есть кто в этой церкви. Дорогие мои, это проблема современной церкви. У нас иногда авторитет пастора такой, что апостол Павел там просто бомж по сравнению с ним. И церкви, это не есть, Павел говорит, ну что, с ума посходили, это не есть вечеря. Но более того, вечер это всего лишь симптом проявления того, что есть на самом деле. Говорит, и вас Бог накажет за это. Вот это еще новое, да, вот когда там было, то есть то идолопоклонническое, то вот языческое мышление уже было не вне их поведения, а внутри. Говорит, вы же не различаете тело, вы не понимаете, где вы находитесь, да, в центре чего, то есть вы кушаете то, что объединяет, значит, должно быть, преломить хлеб. Вот даже вот первое, мы видим церковь, они с радостью преломляли хлеб. И часто мы прочитываем уже так евхаристично, да, через вечерю. А ведь что такое преломить хлеб в воде? Это поделиться с кем-то. Мы собрались, я преломляю хлеб и даю, мы делимся. Уже преломление, Иисус себя преломил, отдал. И когда в преломлении, конечно, какую-то часть, ну, лучшую, худшую надо кому-то дать. Преломление – это преломить себя. Это глубокий символ. И когда первой церкви, мы читаем День апостолов, они преломляли хлеб по домам, да не просто, давай причастие теперь у меня. То есть они делали какие-то ритуальные акты и действия. Они реально накрывали поляну, потому что вопрос номер один в те времена для мужчины был, как прокормить сегодня семью. Потому что там в основном было бедные, ну, люди. И кто побогаче, помните, они продавали все, было одно сердце, одна душа, не было никого нуждающегося. И вот здесь Павел вот тоже эту пришел, эту вот модель, но здесь все как, есть нуждающие, есть отделенные, то есть у них целая проблема. Говорит, вы абсолютно не понимаете, что вы совершаете. Следующее идет после порядка служения, вот среди наших духовные дары, единство и порядок. И вот когда, видите, наша елочка 11, ну там 12, да, вот там вот, 12, 14, можно сказать. Павел говорит о дарах. Но начинает свое обсуждение с тем, что рисует такую картину. Что касается даров Духа, братья, я тоже не хочу, чтобы у вас были неправильные понимания. Значит, было неправильное понимание. Вы знаете, как неудержимо влекло вас безгласным идолом, когда вы были язычниками и так далее, и так далее. Говорит, что только силой проявления, смотрите, вот первое действие Святого Духа, это убедить человека, вчера говорили, да, его сердце, что Иисус Господь. Не принять как доктрину, а сердце, нужно признать господство, да, не просто назвать, можно, кто угодно может назвать.
То есть мы признаем Иисуса своим Господом, подчиняемся. Но есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. Есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. Есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Смотрите, Дух, Господь, Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Смотрите, опять контекст. Да? Каждому дано, вот даже есть такую картинку, для общего блага, для созидания. Одному дается дар мудрой речи, другому дар передавать знания, третьему тем же духом дар веры, дар исцелять болезни тем же духом, дар творить чудеса или пророчествовать, или различать, что от духа, а что нет. У того дар языков, у того истолкование сказанного на языках. Но все это совершает один и тот же дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Возьмем для сравнения человеческое тело. Опять у нас метафора тела фигурирует постоянно. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. Смотрите, вот то разрозненные тела, крещение Святым Духом, его цель – стать одним телом. Мы будем о духовности говорить завтра, но просто цель уже понятна. Ведь евреи, греки, рабы и свободные. Смотрите, действие. Бог ломает, Дух ломает преграды между нациями, между социальными классами. Да? Евреи, греки, то, что мир был поделен, и невозможно это деление преодолеть даже на сегодняшний день, это делает Дух. Со дня Пятидесятницы, когда Он ломает барьеры. Разные языки – символ того, что Бог сметает различия между людьми. Как бы вот обратная сторона Вавилонской башни. Бог сметает эти различия, созидает единый народ. Это огромный символ, важный символ для понимания 50. У раввинов есть такое, что Тора разобьется на 70 языков. Просто у меня есть ссылки, я потом, если кому интересно, могу принести. То есть было такое, что Тора, и вот Тора, день 50, это день вручения Торы, разбивается на 70 языков. То есть Слово Божье звучит, идет объединение. И вот здесь Павел тоже, что в одно тело. Ведь нам было дано испить одного духа. Смотрите, очень часто повторяется одно. Один Бог. Из разных частей единый Бог делает что? Одно тело. Вот это действие Святого Духа и направленность его проявления через дары. И даже если мы возьмем послание Галатам, где речь о плодах духа, я считаю, с большой буквы, и делах плоти, то есть, что дела плоти – это только разрывать. Плоды Духа – это то, что соединяет. Мир, любовь, долготерпение, радость, шалом. Да, это все то, что собирает. То есть действие Духа – собирать, созидать единое тело Иисуса Христа, единое тело Господа. Ведь тело состоит не из одного органа. И значит, мы скажем первое, что в этой, нет времени это сейчас все перечитывать, всю эту главу, в этой главе звучит одна постоянная идея, очень важная. Что проявление даров, в нем есть порядок. То есть Дух проявляет себя, порядок в смысле упорядоченности. Да? Как есть порядок в организме, в теле, да? Разные члены, разные органы, они разные, но суть одно, составляет одно, то есть некая упорядоченность. Да? Как в мироздании есть упорядоченность, так и проявление даров Святого Духа есть упорядоченность, есть какой-то порядок. А порядок уже такая, видим, ниточка, которую Павел говорит о порядке на богослужениях, потому что беспорядок есть. Беспорядок с женщинами, беспорядок на причастии, на вечере, и беспорядок, видно, с проявлениями даров. То есть, но и он говорит контраст, что действие Бога – это порядок, потому что Он из всего этого хаоса, беспорядка творит порядок. Единое тело. За всеми проявлениями Святого Духа есть единый Господь, единый Дух, единый Бог. И все это дело, смотрите, еще смотря, мы, Павел говорит, крещены одним Духом, чтобы стать одним телом. Это цель. Вот видите, вот разные кусочки собираемся в одно. И это действие Духа. Наша плоть не может такое, мы не можем единство. Можем собраться в одно единое тело, это когда будем воевать против кого-то. То есть против кого будешь дружить, да? То есть мы объединимся в какую-то одну общину, чтобы другой насолить, да? Или потому что мы поругались какой-то другой, да? То есть очень сложно.
Это и по сей день мы это не можем преодолеть. Святой Дух это делает. Уже хотя бы разных людей в одной общине. И здесь он сравнивает церковь и проявление даров как с одним организмом. Да? Видите, ведь ну, есть разные, то есть порядок, есть упорядоченность, есть какая-то целесообразность. И с 14 по концу всей главы, то есть он этот аргумент развивает, он показывает какой-то вот, ну, нонсенс какой-то, да, какая-то вот ирония. Разве скажет нога, я не рука, поэтому не принадлежу этому телу? Разве от этого она перестанет быть частью тела? Или если скажет ухо, я не глаз, я не принадлежу этому телу, разве оно перестанет быть частью тела? То есть он показывает такие вроде бы смехотворные, прописные вещи, да, то есть, ну вы посмотрите, да, то есть, ведь это же смешно, это глупо, да. Все вместе в ритме тела Христа, а каждый из вас один из его органов и часть тела. То есть, каким бы ты даром ни обладал, что бы в тебе ни проявлялось, говоришь ты на языке, не говоришь ты на языке, имеешь, потому что проблема пошла, что всех надо покосить. Все должны говорить или все не должны говорить, все должны делать так. То есть, когда мы читаем, что есть целесообразность, есть упорядоченность, не может организм состоять из одного языка или из одного уха. Все упорядочено. Все вместе мы тело Христа, каждый из нас, его какое-то особое проявление. И в церкви Бог, во-первых, назначил апостолов, то, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, потом идут те, кому дана сила творить чудеса, потом дар исцелений, потом помощи, руководство, потом дар говорить на неведомых языках. Все ли апостолы, все пророки, все ли учителя, все творят чудеса, у всех дар исцелений, все говорят на языках или все способны их истолковывать? Вопрос, естественно, какой? Ну, конечно же, не все. Конечно же, не все. То есть видим, что 12 глава, то есть выстраивает идею духовных даров, что есть какое-то, во-первых, единство, и должен быть какой-то порядок. То есть порядок в данном случае какая-то упорядоченность, да, какая-то целесообразность. И дальше мы подходим к 13 главе. Это пик вот этой конструкции, да, то есть мы поднялись наверх. Если я владею языками людей и даже ангелов, но любви у меня нет, я только меди звон или тавр грохот. Если у меня есть дар пророчества, или мне доступны всякие тайны и всякое знание, или у меня такая вера, что я могу горы передвигать, а любви нет, я ничто. И если я раздам бедным все, чем владею, даже тело свое отдам на сожжение, а любви у меня нет, ничто мне не поможет. И вот он, самый пик, вера терпелива, любовь терпелива, любовь добра, независтлива, нехвастлива, любовь не превозносится, не бесчинствует, любовь не себелюбива, не обидчива, не держит зла, любовь не радуется злу, но радуется правде, она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит, любовь никогда не пройдет, дар пророчества исчезнет, дар языков прекратится, знание станет ненужным. Ведь наше знание частично, и пророчество частично. Когда придет совершенство, все частичное исчезнет. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок, рассуждал как ребенок, стал взрослым, и все детское отошло. То есть было какое-то младенчество, приходит какое-то зрелое состояние. А что такое зрелое состояние? Мы вчера говорили об освящении святости. Это зрелость любви к Богу и к ближнему. Любовь никогда не... А, теперь мы видим только смутное отражение в зеркале, а тогда будем видеть лицом к лицу. Теперь мое знание частично, а тогда я буду знать так же полно, как знает меня Бог. А вот три вещи, которые будут всегда. Это вера, надежда, любовь. Но из них больше любовь. Вот она. 13 глава – это тот пик, к чему стремится вся риторика апостола Павла из всех предшествующих глав. То есть он их ведет от первого, что вы как младенцы, да, теперь он говорит, что младенчество отошло, это как, знаете, вот ракета, которая взлетает, несколько ступеней, то есть какая-то ступень, на каком-то моменте она уже просто вырабатывает свое топливо и просто отлетает, все, идет дальше какая-то, другая энергия. Говорит, вот мы поднялись, и это 13 глава, это как вершина, на которую мы вот карабкаемся, поднимаемся, когда мы поднялись, мы увидели огромную потрясающую картину того, что есть и Церковь Божья, и Божьи замыслы, и Божья воля, и Божье все для нас. Теперь
Когда мы спускаемся дальше, мы возвращаемся вновь, Павел снова нам возвращает к дарам. А теперь, исходя из этого, а ведь любовь – это то, что соединяет, то, что созидает. Это самое главное. Вот это к этому вы стремитесь. А теперь смотрите, когда он говорит в 14 главе дальше о дарах, заметьте, мы сейчас просто не будем эту главу перечитывать. И я обращаю внимание не на то слово, как оно в греческом, потому что слова, они ничего не значат. Смыслы значат. И смотрите, теперь уже меняются акценты. Теперь Павел говорит о дарах с какой позиции, что они должны быть разумны. То есть, в смысле, нелогичны, должна быть разумность. Если кто-то не понимает, в этом нет смысла. Опять же, здесь водная логика Павла, да, это не каменная. Правильно, неправильно. Говорит, к чему это приводит? Потому что была часть в этой церкви, которые говорили какой-то экстатической речью, но сейчас хотите или нет, никто не знает, что это было за речь. То есть мы можем добавлять, мы можем думать, рассказывать, как хотим, но мы не знаем, там нам не дано интерпретации. Но были те, которые были в состоянии гласолалии, экстатичной речи, были те, которые не понимали, были те, которые не обладали. Те превозносились над другими. Те не могли понять, потому что была церковь контрастов. И он говорит, подумайте, когда вы эти дары используете, какая-то от них польза есть? Поэтому он ставит на передний план какой дар в 14 главе? Пророчество. То есть то, что назидает церковь. И заметьте, вот в начале, в 12 главе, да, вот он говорит об единстве и упорядоченности, подводит нас к любви, и в свете любви мы теперь смотрим, и, ну, как бы мы дошли пика риторики Павла в этого послания, и возвращаемся к теме даров, и видим, что любовь диктует нам делать и поступать так, что созидает. Поэтому Павел, когда начинает в 12 главе, чтобы вы понимали, да, потому что у вас есть непонимание, что дары должны вести к созиданию церкви. В данном случае ревнуйте о дарах пророчества, потому что это, в принципе, наставление церкви, это интерпретация и донесение Божьего Слова, то есть такой акцент разумности, что это будет созидать церковь. И там есть тоже серия вопросов. Ты когда сам молишься, ты сам, это классно, а кто скажет аминь? А если придут люди извне? То есть, видите, он здесь не говорит там можно, нельзя, истина, ложно. То есть он оставляет всю каменную логику, да, в послании Галата. Здесь есть вводное, к чему это приводит? Когда мы оперируем понятие, то же самое, как знание, это классная вещь, это есть истина или ложно, мы в истине. Он говорит, ребята, знание без любви, оно только разрушает, любовь созидает. Здесь то же самое, вот оно доводит нас до этого пика, этого послания, что любовь теперь нам подсказывает, как дары должны функционировать, как должны служения, они не должны разрушать, одно превозносится над другим, то есть нет. Мы уйдем, новую, это уже наша тема. Как у нас получается? А вы не понимаете, все, мы идем. Я взял гитару, пару человек, Библию и открыл новую церковь. Это наша история. Я сам часть этой истории. Я сам такой, что любил пошурудить там какое-то консервативное крыло, там, шокировать. Потом ты понимаешь, это детство. Павел говорит, что оно детское. Я когда был ребенком, я сам такой, ля-ля-ля. Ах так, вот мы сейчас, я хуже сделаю. Но детство уходит. И приходит зрелость, и ты понимаешь, ты был дурачок. И любовь – это то, что действительно формирует эту церковь, формирует общину. И вот мы возвращаемся к 14 главе уже совершенно с другим пониманием. И он делает акцент уже не с порядка, да, а на разумность. То есть все должно быть разумно. То есть от этого будет созидание. То есть хотите – верьте то, что я говорю, хотите – нет, можете спорьте, но внимательно переберите. Посмотрите риторику, всю эту конструкцию, посмотрите акценты, где силы тяжести аргументов расставлены, и вы увидите. И здесь не вопросы, когда мне говорят, можно, не нужно, ты просто неправильные вопросы задаешь. Ты, вообще так вопросы здесь не ставятся у Павла. То есть, если, когда мы говорим о Галатам, да, там, послание к Римлянам, да, там такая вот, да, нет, то-то, то-то, там закон, здесь абсолютно другая. И поэтому то, что говорил Павел в первой главе, что я не там в теческой мудрости не разбираюсь, я только проповедую о кресте. Да, вот видите, ствол елочки от 1 по 15, да, он только о кресте, но как он тонко и ловко раскинул такую сеть риторики. Если бы вы вышкалены были в той риторике, вы бы ощутили, куда он ведет. Вы можете согласиться с ним, можете не согласиться, но увидели бы, куда ведет
Павел свою аргументацию. То, что я сказал, там понятно было, да, вот вся вот эта вот риторика. Вот елочка, да, в случае мне сослужила хорошую пользу, потому что она отображает как раз такие вот то. И вот та звездочка там вот. Когда я говорил в церкви о дарах, то я говорил обычно так. Ну, это был Новый год. А вот эти дары, я даже не хочу о них говорить. Это знаете что? Это вот игрушки на новогодней елочке. Ну, а самая красивая игрушка, это там на вершине. Это игрушки. Игрушки — это не елочка. Понимаете, да? Елочка — это вот вера, надежда, любовь. Вот это. Игрушки — это не елочка. Игрушки есть, елочка будет нарядной. Игрушек нету, елочка будет елочкой. И каждый год мы можем новые игрушки наряжать. И нету закрытого списка даров. То есть раз, потому что в разных посланиях говорится о разных дарах. Поэтому Бог наряжает на Новый год свою церковь игрушками, которые ему нужны. Если бы нужны было в первом веке такие игрушки, он их одел. В 20-м это уже не модно, это уже старые игрушки, он одевает новые. Ну, я немножко шучу. Поэтому все Бог, помните, от начала до конца, это все Божье действие. Поэтому он по его воле все делается. Дары, его проявление себя в духе через нас, это его высшая суверенная воля и власть. Мы не должны угашать, как мы говорили вчера, да? Но мы должны понимать, кто здесь хозяин. И что все эти проявления, говорит Павел пишет, это всего лишь игрушки новогодние. Они для праздника очень важны, они нужны. Но когда, если их цель не созидать единое тело, да, вот поэтому пик вот этой всей риторики, это 13 глава вот здесь, да, которая показывает, и все мы видим, мы переходим от первой, да, к третьей, через то, что понимаем, что ум Христом, к восьмой, к десятой, через пример апостола Павла, подражание Христу, что он тоже, как Христос, сознательно отказывается от своих привилегий и делает вещи, которые нам кажутся порабощающими. Мне кажутся не порабощающими. Я не готов, как Павел, действительно, вот, чтобы для всех стать всем там. Особенно в церкви, да, которые, я знаю, у нас есть такие, что не хочется быть для них всем. Из 10 главы, да, к 14 мы приходим через 13 главу. Вот она. И, в принципе, все послание, все вот это вот конфликт между мудростью человеческой и Божьей, да, приходит 13 глава. Дальше Павел говорит, с этой позиции мы смотрим потрясающую картину, да, вот эта древка заканчивается в воскресении Христа. Это тоже была проблема, говорит, как из вас, многие из вас говорят, что не было воскресения, да. Потому что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетная. Если Он не воскрес, то вам лучше застрелиться. Потому что смысла жизни нету уже никакой. То есть там была проблема тоже. То есть одна сплошная проблема. Поэтому сказал, что это руководство или настольная книга по жизни или руководству проблемной церкви. Но она дает очень хорошие. Бывают такие, что выходят книги там, которые пытаются решать проблемы, ну, болезни церкви. Но эти книги, знаете, как лекарства, которые хуже самой болезни бывают. Приводит еще к одной болезни. Я не хочу говорить названия, книг, все, но когда читаешь их, то тот рецепт выздоровления церкви, тот лекарство, оно еще хуже самой болезни. Потому что та же проблема, только в другом формате. И вот поэтому вот Павел нам очень хорошо может помочь увидеть, что есть настоящее лекарство. И что не всегда говорят, вот там, например, мега-церковь — это плохо, давайте будем делать маленькие. Сделали маленькие — те же проблемы. Нет, вот мега-церкви, самые влиятельные церкви, все это мы возьмем, захватим мир. Сделали мега-церкви — проблема. Деньги уходят, люди расходятся, надо постоянно там хороших артистов, все устали. Туда-сюда, ничего, нету лекарства. Нужно вернуться к каким-то вещам концептуальным, да? То, что не на уровне там игрушечек, еще чего-то, а на уровне самой сути. Вот это послание как раз-таки может нам чуть-чуть немножко навести вот резкость и увидеть внутреннюю. Поэтому говорю, что здесь я, когда это послание начал вновь читать для проповеди в церкви, я видел потрясающую теологию пасторскую. И, понятно, да, вот эта вот риторика Павла, так прикинулся, типа, я ничего не знаю, там, я просто так, все он знает, все он умеет.
Просто на содержательном уровне там действительно было что-то другое. Но он закинул хорошую бомбу. И вновь там говорится о порядке на служении, да, когда говорит, что пусть один так, другой так, то есть там чувствуется, что снова порядок, и вновь говорит о поведениях женщин, которые там учили. То есть видите, такая вот, это называется конструкция хиазм, да, то есть это от греческой буквы хи, то есть есть такой вот перекрестка, есть такой центр. Вот. Это такая риторическая фигура. Вот их нужно нащупать, увидеть и посмотреть, где смысловой центр, куда ведется основной вектор риторики, где акцент, и как потом я должен понимать следующую часть. То есть следующую часть, которая параллельнее, да, видите, структуры, они понимаются с самого центра, то есть в свете от этого центра. То есть нас автор подводит туда, мы видим, в чем дело, и уже смотрим на дальнейшую ситуацию уже через эти очки. В данном случае этого гимна любви. 15 глава рассказывает о воскресении Христа, о ложном понимании воскресения и воскресения верующих в Христа. Это должно забить уже, наверное, в этом послании последний гвоздь в гроб неправильного или остатков языческого мышления, отношения к телу. Помните в начале, что тело это самое? Нет, тело подлежит воскресению. И видите, очень на протяжении многих глав тело, оно постоянно фигурирует. От нашего тела к телу, как церковь, упоминается тело Иисуса Христа. Все говорит о риторике единства. То есть та вот проблемная церковь, раздираемая внутри, где Павел призывает ее к единству, да, то есть, ну, призывами к единству много не сделаешь, но он показывает действительно и на примере Писания, на своем примере, на многих примерах, к чему идти. То есть любовь есть банальная вещь, да, а кто скажет нет? Кто скажет нет? Вот если мы в этом послании так идем четко за аргументацией Павла, то есть нам открывается настоящее лекарство вот это вот этих церквей. Мы болеем еще этой болезнью по сей день. Эти слова, что вы младенцы, вы еще плотские, они актуальны по сей день, они для меня актуальны, потому что для меня ценность – это общение, отношения. У нас в нашей ассоциации одна из ценностей, все есть 7 ценностей, одна ценность – это отношения. Но я очень часто проигрываю в этих отношениях. То есть это всегда искусство. Недавно провел семинар в группе, в нескольких группах наших церковных по взаимоотношениям. У меня даже жена говорит, была на этом, немножко так обиделась на меня. А почему ты раньше со мной об этом не говорил? Почему ты не строил со мной так отношения? Ну, я старался так, я думал, что я так и делаю. Но нам, ты же не смотри, это идеальные вещи. Я отмазался. Вот. Отношения – это всегда область нашего, слабый момент, и мы проигрываем. Вот. Но это то, к чему мы призваны. Мы крещены с вами одним духом, чтобы стать одним телом. Это наша задача. Да. Конечно, да. Поэтому ей нужны учителя, нужны зрелые, не умные, даже не талантливые. И не молодые. Каким должен быть пастор? Он имеет, есть такая шутка, где-то у меня написано, он должен иметь опыт. Там 40 лет служения пастором, ему нужно быть 25 лет. Он должен быть бедным, но он должен всегда жертвовать всем нищим, ездить на машине. То есть, собирательный образ. Да? То есть, у нас есть какой-то. Мы подверглись этой культуре гедонизма. Модные, красивые, впечатлительные ораторы, спикеры, пасторы на сцене, в свете Юпитеров, прожекторов, с модными микрофонами, с айпадами вместо уже. То есть, это очень красиво, это очень вызывающе. Нам нужны смиренные. Преклоненные перед Богом в силе, как апостол Павел, который верен, который живет под судом Бога и который побеждает культуру гедонизма, которую мы говорили в 4 главе, да, когда говорили Павел. Вот нам такие нужны. Вот, поэтому мы еще. А то, что будет походить, но они должны у кого-то, они должны видеть то, что мы вчера говорили, да, помните этот пример. Здесь Павел тоже повторяет, берет себя за образец, это естественно. Подражайте мне, как я Христу. Это очень важная аргументация. Самый сильный аргумент – смотри на меня. Людей не проведешь. И 15 главе, в принципе, тоже говорит о своем опыте. Когда говорит о воскресении, что он сначала явился в Кифе, потом в 12, то есть политбюро, потом более 500, то есть это уже парламенту, да, депутатам, а потом говорит мне, как некоему извергу. То есть, но конечное, то есть его доказательная, да, такая вот база, то есть заканчивается своим опытом. Я, конечно, в итоге его видел. И это очень важно. Вот.
И то, что говорили, что сейчас, да, мы тоже, я видел, ну, я, мы все мы верующие, но Павел нас тут тоже учит. И тогда еще, и Колоссянам завтра будем читать, он предупреждает, что не много всего рассказывают. И как доказать, как ты проверишь? Никак. Но мы же должны в это верить. Верьте. Но будете потом под его авторитетом и властью. Пожалуйста, не проблема. Хочу замуж за него, иди. Смотря что хочешь. Смотря чего ты хочешь. Не проблема. Потом может Бог тебя как-то выведет. Поэтому нам нужно изучать послание Павла вообще. Поэтому я вот вчера говорил, да, чтобы мы не рассматривали Библию как вот печеньки китайские. Там стишок, там стишок, там стишок. Возьмите себе за такое правило, в таком случае, послание от начала до конца. Потому что очень важно, мы берем там стих и выстраиваем такую конфигурацию, да, которая, в принципе, нам интересна. Но мы должны вначале исследовать Писание, то есть увидеть, а потом, понятно, это сложная богословская работа, за нас уже многие сделали, но для себя, для вас, вот вы увидите пользу, когда будете вот от начала до конца взяли, и увидите привычные стихи, которые вот вы когда-то заучивали на память, наизусть, или вы увидите их в другом контексте, что они часть какой-то такой картины, что это пазл, да, этот пазл, он часть какой-то картины. Вот очень важно его обрести вот в том контексте, в котором, то есть, он был заложен. Хорошо, не буду вас, у меня еще хотя бы есть время тут говорить, но я думаю, достаточно мы сегодня пробежали по Коринфянам, да, вот, поэтому я почему-то так подумал, да, что вчера я так и выборочно темы говорил из Фессалоникийцев, подумал, что лучше все-таки так вот эти от начала до конца, чтобы вы ощутили этот вкус, ощутили это вот развитие аргументов, да, как выстраивается картина. Вот, чтобы потом, когда вам какой-то стих вам дадут, как какой-то козырь в колоде, да, вы сказали, нет, это не стой.